Всем доброе утро. Audi A4, только что поставил на стапель, еще не зажимал, сейчас пытаюсь выставить по нивелиру. Дело в том, что всегда большинство машин мы выставляем по кончикам крыши. Но у нас там оно все поломано, замято, как бы, ну, не доверяю пока этому кончику, поэтому нивелир на стапель. Нивелир на стапель, вон лучик светит. И теперь высоту. Я мерил отсюда. Я мерил вот эти, вот здесь очки мерил. Ну вот примерно, смотрите, там 19,6. 19,5. То есть эта сторона миллиметр хочет подняться. Потом я еще вот здесь померил. Ну, сейчас неудобно, но померил. В принципе, нормально. Значит, по этим местам померил. Это место. Все сейчас примерно нормально. Эту сторону буквально на миллиметрик надо поднять. Поэтому зажимаем и выставляем по корням, по днищу, по всем подряд. Ну, вверху там. Стойкам просто доверять нельзя. Многие нам сказали, подушка лопнутая. Это лопнутая, то я вам просто... Ну, что, лопнутая, да лопнутая. Тут, кстати, еще полость кривая, если что. Ну, там удар был, она кривая. Сейчас зажму и продолжим. Кстати, вот еще не зажал, еще ничего не мерил, а уже увидел все. Ну, увидел, в чем прикол в этом автомобиле, что куда ушло. На лапы поставил, они же примерно у нас ровные. Вот сейчас высота только миллиметр, эту поднять надо. И вот когда залазил в яму, уже увидел, что... Вот эта точка гораздо выше, чем вот эта. Можем даже взять рулетку. Нивелир светит. Взять рулетку и померить. Кстати, этот болт я не мерил. Примерно 18,6, 18,7. Тут плюс поднимется. О, видите, 18,7. Хотя чуть-чуть бы поднять, как будто уже он выше. Но я не думаю, что там корень так сломало. Да ну, это бред. Ладно, миллиметр туда, миллиметр сюда, то пофиг. Смотрите, насколько здесь разница. 28,5. 29,8. Ой, на 13 миллиметров, да? Да. На 13 миллиметров эта точка поднятая. Значит, край лонжерона еще больше будет поднят. Что-то сижу я, стреляю глазами и немножко не пойму. Так вроде лонжерон-то визуально и ровно стоит. Ну это нивелир просто взять и куда-то поставить. Вот, к примеру, на стол поставить. Вот так. Куда он попадает? Блин, куда-то он не туда попадает. Ну ладно, примерно уже увидеть можно. Вот он попадает, шпильки одинаковые, а он бьет немножко, бьет на 5 мм выше шпилечки этой. Это у нас все опущено, значит на болте, значит примерно ровно 5 мм выше. Опущено на болте все ровно. Я бы сказал наоборот, эта сторона ниже. Как-то так интересно. Очень интересно, блин, а может у нее подрамник такой разный? Во, загадка. Блин, я так боюсь. Я тут одной беды боялся, я чувствую, оно так и произошло. Я боялся, что кончик остался. А сам лонжерон сделался вот так. Оп. Горбылем таким. Вот это я боялся, и походу оно так и произошло. Вот эта точка поднята, а это на месте. Поняли, да? Все-таки удар здесь был. Классно, что стойка отработала фиг знает куда. Что вот эта рулевая подпрыгнула на чуть ли не на 15-20 сантиметров и ударила в стакан моторный. Ладно, давайте я зажму и там дальше уже будем определяться, тянуть. Машина на стапеле. По нивелирчику выставлено. Лучик. Вот. В общем, там выставлено все по нивелиру. Все классненько.
сделал кое-какие замеры, сейчас мерю. 12 миллиметров вот этот кончик ниже, чем с целой стороны. То есть вся стойка, она согнулась, когда она вот стоит ровно, а потом чуть сгибается, да, там кончик уходит на миллиметр на два, наклон же идет, но у нас тут вообще все печально, потому что она вся сломалась вот здесь у нас потерялось 12 миллиметров. На всех этих позициях у нас потерялось, нифига себе, 12 миллиметров. Вот здесь много, кстати, потерялось. Дальше. А, сразу скажу, мне вчера, на коммент отвечу, вчера спрашивали, ты машины ценишь сразу или в процессе работы? Отвечу. Если машина мне знакома, если я вижу 100%, как что пошло, ну, знаю, что надо будет делать, тогда ценю сразу. Вот эту машину, здесь ни черта видно не было, поэтому сразу не ценил. Ну, потому что на первый взгляд здесь казалось... Да, тут заменить полку и немножко стакан подправить. А оказалось, тут еще с лонжероном целая проблема. И, кстати, да, я пока вот только что вам снимал, я забыл один размер. Так, дальше меряем. Сорок пять и семь. От этого отверстия. 45,7. С другой стороны 46,7. На сантиметр с нашей битой стороны вот поднялась эта точка. Ну, получается, это на месте, а потом как-то оно взяло все и поднялось. Хотя здесь там ровно. В общем, сейчас пойдем. 46,7. На один, с той стороны здесь 45,7. На 1 сантиметр поднялась. Это плохо. Это надо будет лонжерон, значит, вперед тянуть, еще и вниз помогать. Крепление подушки с правой стороны. Ну вот примерно здесь такой сегмент на лонжероне. От него и померим. Примерно 35. А с нашей битой стороны тоже вот уперли. Там примерно 35. А здесь я луч не вижу почему-то. Да где-то этот луч. Так, примерно 35. Ага, 36 и где-то 3. На 13 миллиметров. Вот эту часть подняло. Как-то подняло все интересно. Но здесь оно и видно, что больше, чем здесь, потому что здесь еще вот складка есть. Как будто эту всю часть, вот 3 миллиметра, надо оттянуть от лонжерона. Во, загадка, да. Да. Сильно машина пострадала. Мы с хозяином так не думали, что сколько повреждений. Ну, она и собрана была, в принципе, там. Ничего, ни черта не понятно было. Где поднялся лонжерон, не знаю. Или все это плавно подняло. Ну, обычно, если лонжерон же вот так идет как-то, и если он поднимается, то сразу здесь хлопуны, там маленькие складочки. А здесь все ровно. Интересно, где его задрало. И еще, чтобы не гадать вот это сейчас, там ничего не это, не мерить лишнего, я предлагаю потянуть. Я предлагаю сейчас прям сейчас взяться за эту стрелу вот с зажимом. Все равно мы ее меняем. И тупо потянуть. Сейчас и стакан немножко подойдет. И здесь немножко поразравнивается. О, давайте я еще померю от кончика до заднего крыла. Промерил целую сторону от кончика крыла до уголочка. Потом еще от начала двери, несмотря на то, что дверь здесь ушла буквально на пару миллиметров, все равно от начала задней двери до кончика. Удивлен. Всего лишь 5 миллиметров показывают. То есть я думал, здесь гораздо сильнее оно втулилось. Что ж сломало. Да не, 5 миллиметров. Просто когда был удар, оно могло... И на 5 миль... оно могло и на 1.5 сантиметра зайти, сломать стойку, сломать крышу, а потом назад отпружинить, а это все и осталось. Поэтому вот такие здесь складки, и такая у нас там немножко волнистая крыша. Так, ну это, все понятно. Готовим, берем, тянем. Сейчас приготовлю и потянем. Теперь хочу померить еще, насколько лонжерон вот этот туда ушел.
закрутил два болта, взял с нее два болтика, ну они были закручены, сделал заподлицо с гаечкой и один и второй, а потом как-то смотрю, тут одно расстояние, там другое, то есть прикол не получился, поэтому вот от пятака до шляпочки 4 без миллиметра, сейчас сделаем 4 ровненько. 4,9, блин, где уже ключ делал? 4,9 на миллиметр выкрутить. Вот где-то 4. И тоже от пятака до болта. Вот где-то 4. Сейчас вентилятор мешает, потому что поэтому по-другому померить не получится, да, и не хочу эту штуку снимать. Так, ну а дальше. Мы 100 раз уже так делали с вами. Надо нивелир направить, чтобы лучик бил, касался одного болтика и касался другого. Поэтому нашу нивелирку берем и направляем. Где она тут? О, видно. Просто я вот смотрю, я как раз сейчас вижу две шляпки болтов. Если снять эту трубу, и то вентилятор не даст мне направить ровненько на площадке луч, поэтому пока с болтами. Способ канает, способ все классный. Нивелир рулит. Кто-то рекламирует Супротеки и казино Вулкана, я тут рекламирую все время это, работу нивелиром. Кстати, мне 3 раза писали за последние 2 недели, чтобы я предлагали казино Вулкан прорекламировать. Но я подумал, вам не интересно будет, поэтому я отказываюсь. Отказываюсь культурно, пишу, лоховские казино не рекламируют. Или лоховские рекламы, как я там писал. Ну, в общем, извините, но у нас с вами казино Вулкана не будет на канале, рекламы, поэтому... Те представители, которые писали мне, 3 человека, можете больше не предлагать, не хочу. Казино Вулкан — это какой-то лоховской развод. Все, есть, теперь лучик бьет строго в одну половинку, строго в другую, только есть один облом. Нету облома. Вот это радиатор немножко мешает. Терминал лучик, чтобы светил вон туда вниз, в нижний край стапеля. Ну, в принципе, вот я смотрю, светит хорошо. Значит, здесь я вот смогу померить, там тоже луч светит. В середину шляпки. А дальше лезем вниз, находим точку и меряем расстояние от любой точки, которая на своем месте, до лучка. А какую мы точку будем брать, а? Не знаю. А мы, наверное, возьмем это потомкратик, не вариант. У меня такое дно голимое, ни одних нормальных отверстий нет. Это плохо. Хорошо. Возьмем вот это отверстие. Сколько тут? Так, параллельно стапелю, меньше размер ищем. Ни черта не светит. Надо меньше размер найти, где-то 4,8. Другая наша сторона 4,8, но здесь немножко оно смещено, то есть на 3 мм надо сделать погрешность. 4,8. Блин, чуть-чуть мешает шланга. Так, ну я вижу 4, минус 3 миллиметра, это будет где-то 3,7, а там сколько, 4,8, почти сантим. Короче, 1 сантиметр надо его втягивать. Есть. Также можно сейчас зацепить за... дверьку, только скотчем рулетку обмотать за зазор двери и померить до луча.
Зацепил рулетку за задний сапожок, только клиенту не говорите, что я скотч забыл подмотать. Зацепил рулетку за сапожок. Блин, видно, не видно. Теперь делаем параллельно порогу, параллельно стапелю и смотрим размер. 290, меньше надо размер найти. Ну вот. 291,2. 291,2. 291,2. Это видео на тему, как определить, насколько лонжон натянут. Так, теперь другая наша сторона. Здесь, блин, проводка мешает. Ладно, он уже не мешает. 291,2. Блин, а муха. Есть. Вот мучка видно. Не знаю, вам видно, не видно. А тут 289. Ёлки-палки. 289. Короче, получается на 18 миллиметров, если мерить от заднего сапожка. Еще раз. 289. Так, если что, у нас рулетка с понтом скотчем обмотана. Там 289, прикиньте, а здесь 91 примерно и 2. Нифига себе, почти на 2 сантиметра. Какой на 2 сантиметра? 2 сантиметра и 2 миллиметра. Вообще жестоко. Он зашел туда, получается. А что, снизу показывают сантиметр, а? Так, ладно, все, забыли, давайте тянуть. Я еще раз перемерил, потому что я сам не понял. Там сантиметр. Сейчас я покажу, откуда мерил. Если мерить, если рулетку зацепить, конечно же, через скотч за этот уголок, за металл, получается 2,2 сантиметра, 22 миллиметра. Немножко не понял, нифига. 4. Ну, доболтать 4, а лучик светит 3,8. Лучик светит 3,8, доболтать 4, все правильно. Давайте полезем, посмотрим. Давайте подумаем. От этого места отцепил, показало сантиметр, но оно у нас тут сдвинутое. На миллиметра 3. 3 миллиметра я допуск дал. Может, его сдвинуто больше? Я не знаю. Да не, ну никуда не больше. Ну на 3 миллиметра примерно. Здесь примерно сантиметр показало. И я еще зацепил рулетку в наглую так, хотя это тоже не показатель, потому что неизвестно, что с сайлентблоками. Все-таки лучше бы кронштейн зацепить, но сейчас не зацеплю, вот это мешает. Может, потом снимем. Примерно 1,5 сантима показало. Что это меньше? Ну, в общем, как ни крути, его все равно надо вперед тянуть. А это что у нас? Вот это что? О, так это, походу, складка. Андрей Бесенков сказал бы прям залом. Вот я не видел. А здесь? Ага, здесь. Алимишка мешает. Да не, вот складочка есть. Есть складочка. Класс. Я, конечно, одну глупость сделал. Немножко я сглупил. Надо было ее не зажимать на стапель, надо было выставить сразу домкратами. Надо было нивелиром все перемерить. И скорее всего, вот сейчас, если бы все это мы намерили, мы подправили ее на вытяжку двигателя, на снятие двигателя. Но теперь мне ее и лень от стапеля отцеплять, да и... Короче, не будем двигатель снимать, но вообще лучше было бы снять двигатель. Мы с вами четче все бы сделали. Но так как это перекоп, ему четче не надо. Ему не надо снимать двигатель. Он сказал, так сделай. Ну, значит, делаем. Я предлагаю потянуть. Только теперь вот, что тянуть? Стакан или лонжерон? Не знаю. Конечно, лонжерон бы взять, потянуть. Да, сразу на сантим. Тогда стакан бы опустился. Но он у нас сильно завален туда, поэтому вы опять будете мне в комментах писать, что я много раз говорю, много рассуждаю и нифига не работаю. Не, ну я на камеру показывал, как мерить. Это считается работа, поэтому не надо комменты писать, что я много раз говорю. Сейчас. Готовлю, тянем.
зацепил, можно тянуть. Когда я был молодым и не женатым, при такой вытяжке, сейчас у нас будет опускаться лонжерон. Он же у нас согнулся там. И сейчас получается стакан идет и вперед. Немножко опускается от такой вытяжки. Лонжерон тоже опускается. И когда я был молодым неженатым, я всегда подкрачивал лонжерон. Тем самым, когда тянешь, стакан идет, тем самым сминал все это. А потом начинались проблемы. Потом лонжерон отдельно дотягиваешь, чтобы разровнять все это, потому что он вверху сейчас. Ну, то есть это неправильно. То, что мы сейчас будем тянуть, у нас лонжерон опускаться будет, пусть опускается. Нам даже это под руку. Он же у нас согнутый. И, соответственно, вот такой, да, вот у нас, например, он стоит вот так. Вот так. И мы, когда будем тянуть, он будет делать вот так. Он еще больше будет опускаться, но это место будет разравниваться. А потом нам в конце надо будет только его зацепить, подтянуть вперед и немножечко вверх. Он тогда автоматом сам будет здесь все разравниваться, короче, становиться на место. Поэтому мы не опускаем. Тянем. Тянем. Сейчас будем тянуть, попытаемся вот это немножко все разровнять, потому что, ну, тут что-то сильно все. Вот так вот будем даже расстояние запоминать от капота до стойки меньше сантиметра. Нивелир направим для... Ну, пусть показывают. У нас сейчас с вами этот лонжерончик на миллиметра 3-4 до 5 выше. Ну, сейчас будем тянуть, он будет ниже. Камеру лепил напротив стакана, чтобы так смотрели. Ну, блин, тут место. Все спрашивают, сколько тут места. От стапеля до стены. Вон сколько. Вот. Поэтому здесь неудобно. Поэтому пусть камера так пока побудет. Мы сейчас ничего не меряем. Мы сейчас так тянем, что-то разравниваем, что-то стучит. Когда машина заезжает, вот такая вот помятая. Меришь, блин, так страшно. Там туда на сантиметр, там диагональ, там подрамник выше, ниже. Стакан туда, думаешь, как ты будешь тянуть. Потом берешь, делаешь какие-то предварительные вытяжки без рулетки. Так, под фонаря побаловался. О, кузов немножко принял свою форму. Уже все не так страшно выглядит. Поэтому сейчас мы все разровняем. Все плавно. Так, ну как, вроде цепь не должна в камеру улететь. Лонжерон пока не опускается. Тут еще и не натянулось ничего. Так, только знаете что? Надо было мне взять рулетку. Пока еще не натянуто. Рулетка. Рулетка нашлась. Так, 29. Через 30 минут на лайв-канале видео выйдет. Сейчас примерно 12:30. Час дня выйдет видео. А вы это видео смотрите все равно в 10 вечера, поэтому вы не успели. Это. Мы сейчас с вами зацепим за петлю. Померяем до конца петли 4,7. 4,7 до конца петли сейчас запишем. До конца петли 4,7. И еще мы померим до кончика, только маркером дадим тут линию. Ну, примерно 100,7. Вот так. И вот есть отверстие 155. Так, чтобы примерно хотя бы понимать, где идет, где не идет. Ну, а теперь тянем. Тянем, не боимся. Запись пошла. У нас лонжерон опустился на 1 сантиметр. Я даже не знаю, это хорошо или плохо. И я смотрю, почему-то в камеру нивелир бьет. Вам не затемняет, потому что линза вся красная. Хо-хо-хо. Здесь уже вышло на сантиметр.
Сейчас гидравлика кончится. А ну давайте опустим, я хочу крышу посмотреть. Чудно, у машины аж вся жопа опускается, когда гидравлику опускаешь. Когда мы сейчас тянем машину, у машины крыша немножко вперед идет. И здесь сейчас так все трещит, стекло, вам не слышно? Мне слышно, классно. Все, кончилась гидравлика, стучать не будем. Сейчас гидравлику перецепляю. Мы с вами сейчас беды наделали, лонжерон на 1 сантиметр опустили. Че он там такой показывает? А, тут телек, прикиньте, а я думал значок какой-то. Сейчас. Вот так. Так, вторая серия, или возьмем рулетку, примерно прикинем. Или зачем оно нам? 4,7, да, было? 4,7, 5, 3 миллиметра вытянули. 3 миллиметра здесь вытянули. 16 миллиметров вытянули вот здесь. Все идет как по маслу. Это мы еще не стучали, прикиньте, это мы еще большую нашу кувалду не брали. Но раньше между капотом и стойкой сантиметр был, сейчас тут сантиметра уже два. Полтора-два. Ой, ой, как страшно. Ой. Ой, я боюсь, что вот здесь сейчас, я боюсь, сейчас здесь так оторвет. Ну, зажим, в принципе, в штору полетит, штору не жалко, а руками уже качать с этим трудновато. Поэтому переходим на ножной режим. Я живой, если что!